Недавно Дмитрий Тарасов отпраздновал день рождения своей матери. Именинница получила самые теплые поздравления и пожелания от сына. Футболист посвятил ей сразу несколько публикаций. Его жена, Анастасия Костенко, ограничилась лишь одним совместным фото. Зато поздравление вышло более сентиментальным. Оказывается, модель называет свекровь своей мамой. С днем рождения, мамуль! Самое главное – это здоровье. А все остальное обязательно будет и есть, обратилась Анастасия к виновнице торжества. Не каждая невестка, стоит отметить, сумеет наладить такие идеальные отношения со свекровью. Впрочем, прекрасно общалась с Ольгой Алексеевной и предшественница Костенко, Ольга Бузова. Правда, все изменилось, когда в семье ведущей «Дома-2» начались проблемы. Мама Тарасова, разумеется, осталась в истории с изменами на стороне своего сына. Более того, говорят, что бывшая свекровь Бузовой знала про легкомысленное поведение сына, водившего тайком в квартиру любовниц. Кстати, Ольга маму Дмитрия тоже называла мамой. Сравнивать два брака спортсмена, наверное, будет нечестно. Ведь сейчас он ведет себя как образцовый семьянин. Совсем скоро в его семейной жизни начнется новый этап. Вслед за рождением младшей дочери Тарасов получил новую работу. Он теперь выступает за «Рубин», тренировочная база которого расположена в Казани. Он туда уже переехал, а теперь готовится забрать туда же жену с детьми.